Так, я тут. Заказываем наш вертолет. Вот он. Охуенный вертолетчик такой. Чётенький. Главное, чтобы он не укатился сейчас нахуй никуда. Только не перевернись. Рико, нам сообщили, что недалеко от тебя едет грузовик с пленными. Сможешь их освободить? Мне не нужны они, неинтересно. Ну, давай начнем с вышки тогда, наверное. Пойми, какая-то база, блядь, столбы какие-то ебаные. Отправляю вертолеты поддержки к точке контакта. Блядь, тут реально дохуя, пиздец. Пятый уровень угрозы, блядь. Там не хуй собачий. Ебать. Прицелиться еще. Ебанулся, бля. Надо отсюда заходить. Блять, с одного удара, сука, попали, пидорасы. Грифон какой-то, блять. А вертолетов-то сколько, ты посмотри. Понятно, чё. Где я сейчас так приземлюсь? Даю разрешение на использование элитных частей. Давай. Ожидайте прибытия. Тебе удачи. Давай по карте сверяться. А хули тут сверяться? Тут, блядь, всего дохуя. Вот это плохо. Нихуя не действует. Ну действует, но хуёво. Так это тоже на себя перепрограммируем. Все на нас работает. Выход, командос. Надо было зонтик с собой взять. Сразу ебошит, да, нормально. Лучше хуяли. Ну и где вы теперь будете хранить? Это имба, блядь, на скате я урвал.
Ага, как в «Звездных войнах», блядь. Так, а чё я? А, ну ещё еда. А, вот. Дальше чё? Подо мной, что ли? Так, готово. Заебок. Ну а как иначе-то, пацаны? Дальше. Странная хуйня, не улицу. Рико, командир базы на этом вертолете. Сбей вертолет и прикончи его. Шам. А, он нахуй сейчас эти собьет. О, ебать, а он с этой хуйней, прикинь. А, ну все, эти мои ракеты сделали свое дело. Чё она не юзается? Ебать. Нихуя себе. Вот вам засланцы. Пойдёт. Так, дальше чё? Ну, остался последний, цистерна. Бля. Всё. Макарус, пушка, быстро всё сделаем, она мощная. Всё. Сейчас, подождите. Даже не запыхался. Да, захватили базу на. А где городишки-то? Я думаю, что вот это вот база нахуй. Что у вас там происходит? Ответьте немедленно. Здесь патрон один. О, да, у них тут вертолетов ебать сколько. Какой из них самый пиздатый? Приветствую, сограждане. Все ли видели дым, поднимающийся над базой Грифон? Хорошо, мы тоже видели. Приятно знать, что нас объединяет общее видение. Не стало еще одной базы. Бах, вот она была, и вот ее нет. Все ровно так, как описал генерал в своей книге «Как управлять государством, опираясь на решительность и характер». Вива Медичи! Пушка электрическая хорошая, но не все сразу убивает. Трансформаторы на трансформаторы плохо действуют. По-моему, эту город освободил. А это и не город вообще.
хуй знает, что это. Тут и нет ничего взрывоопасного. А полетели дальше. Ну, там база уже вижу, что-то светится, блядь. Ночью заебись, оно видно. Фонари, если где горят, значит, там какие-то сооружения стоят. Ну, там сложнее найти. База была тоже. 4 из 5, ну все, пиздец, сейчас освободим один нахуй. Континиум ебаный, это гадости. Вездесущий. А вот это что такое? Давай сюда слетаем. 1 километр. Ну там, я думаю, ничего нету. Скоро лям хаоса заработаем. Через серии 5, нахуй. Скоро, блядь. Я думаю, за сегодня должны половину сектора захватить этого. Ну да, тут ничего нету, короче. Так, ну что тут еще может быть? Ну, в принципе, блядь. Ну, в принципе. Хуй знает, а что тут еще можно взять, блядь? Вот эта хуйня может. Да я думаю, вряд ли, блядь. Там все взрывается, блядь. Ну, по-моему, тоже не база никакая, не поселение, ничего. Значит, это не то. Блять, ну возможно вот это, сука. Блять. Хуйня какая-то на Windows открылась, сука. Хорошо, запись не становится, пришлось бы склеивать, блядь. Может, это поселение какое-то малое? И это не то. Может тут что, блядь? Пиздец. Блядь, сложно искать, блядь, здоровая карта, дюжа, блядь. Подрыв в обрыве Монтания. Снег типа есть. Это ничего не значит.
Блять, тоже ничего нету. Ёбаный в рот, блять. А, блядь, точно, там же эта хуйня должна быть. Или нет? Как она называется-то, блядь? Вот она, ёб твою мать. А и забыл, я ж, блядь, видел давно еще. Ой, 7 километров, она, короче, когда лечу в затолёк. Да, полетаем, хуйня, короче. Вот она. Тут надо аккуратнее, потому что за эту базу ебашутся вообще насмерть, блядь. Так, зайдем туда. Визуальный контакт потерян. Всем постам. Рассредоточиться и начать поиск. Так. Нихуя себе, почему так? Цистерны меньше и проблемы меньше. Ну так-то да. Путь достижения молниемет, блядь. Я умирать не хочу, нихуя. Не сегодня, не сегодня. Не сегодня, пацаны. А, ладно. Направляю к вам силы поддержки с моря. Не, нихуя, не. Ожидайте прибытия кораблей поддержки. Ладно, чем? Примите к сведению, к вам выслана поддержка с моря. Говорит штаб. Вам направляются корабли. Ну ладно, чё. Опа, чё, ну короче убили. Ну пизда, сколько тут, это пиздец. Бля, главное, чтоб я там появился. О, заебись. Патроны полные, значит и веселье будет сейчас. Так, блядь. Нахуй ты упал вниз, долбоёб? Зачем? Как я этого ждал. Обнаружен враг.
Всем. Так, а что у нас тут осталось? Ух, ебать, бойцам дохуя. Бойцам направиться по этим координатам. Что-то не жесткие пизда, да? Чувачки. Отправка дополнительных сил одобрена. Подкрепление скоро будет у вас. А, ну все, 100%. Захвачен. Нихуя, почему? В огне это место гораздо симпатичнее. Прием. Есть там кто-нибудь живой? А почему? А, что такое? А, так это другая зона, ебаная. Вот оно что, Михалыч. А, ну вот, еще одна, по-моему. Да. Блять, ну это надо отсюда тогда, нахуй. Вертолет сейчас возьмем, полетим, еще одну базу такую же разъебем. Блять, забыл, это какая серия, блять? Четвертая вроде. Да, испытаниями нахуй не нужны. Они скучные. Блять, вертолет нету. Нормального, нахуй. Вот только этот, если. Ну, он с миниганом, а эти пусть просто пассажирские. Метка стоит, да, все? Да. Ну да, вон она, эта хуйня ебучая. Вот здесь я ее видел, да. Но зато там не придется захватывать. Помалость надо хоть на вертолете успеть что-нибудь сбить, нахуй. Хочу. Я сюда прибыл, чтобы не покидать территорию, чтобы ее разъебывать. А это большая разница. Да. Ну шо, пацаны? Внимание, вам направляются вертолеты поддержки. Бля, быстро меня раздолбили, блядь. Направляю к вам силы поддержки с моря. Говорит штаб. К вам направляются корабли. Хуя они меня быстро высекли, ебать. Опасные люди. Ну серьезно, жесткие какие-то очень. Так, поехали. Всем свободным бойцам направиться по координатам. Повторяю. Так, а где? Всем бойцам направиться по координатам. Блять. Ожидайте прибытия кораблей поддержки. Да подожди ты. Да, блядь, залезь ты уже куда-нибудь, ёбаный попугай, блядь. А, ну там это. А ну и хули тут. Да, здесь я подохну много раз. Еще пару раз точно, бля.
что еще надо уничтожить? Примите к сведению. Ебать, тут еще сколько всего. Вам выслана поддержка с моря. Говорит штаб. Ожидайте прибытия подкрепления. А. Ты нахуй ты гранат себе кидаешь, блядь. Так, что еще? А, вот здесь надо. Ожидайте прибытия кораблей поддержки. Бля, где это? А хуй не простреливается, блядь. Говорит штаб. К вам направляются корабли. Все. Да, все, 5 из 5 освобожденном поселении. Как положено. 2 из 13, ебать, регионов ебануться, да? Ну, все, в принципе, давай тогда собирать пожитки. Тихо, блядь, куда тебя хуй понес, блядь, обрашка? Твою мать, ну ты децл! Сука! Долбоёб! Зачем он туда попрыгнул? О, маячки надо забрать. Нам полетели. 2,5 километров надо собирать пожитки. В каждом регионе после захваченных все целями открывается... коллекционные предметы. На карте все они показываются, где лежат. Будем собирать. За тебя. Так, дальше. Один подняли. Тоже, да, алтарь. Что ты, ёптома? Так, дальше. Не, на базах нету ничего, здесь есть. Бля, далеко, правда, пиздец. Ну не так уж, на вертолёте быстро дойдём. Там внизу что ли? А нет, здесь, да, около домика. Тоже что ли алтарь был? Ну,
Запись Дировелла. Рико, спасибо тебе за все, что ты для нас сделал. День 1500. Сюда, пожалуйста. Расследование исчезновения Де Луки поручили безрассудному молодому следователю, обожающему гонки. Сегодня на скромной траурной церемонии полицейские попрощались со своим коллегой, погибшим в трагической аварии. На последнем повороте по неизвестной причине у него отказали тормоза. Гонку выиграл новичок Рико Родригес, с трудом избежавший столкновения. Еще один жизненный путь начинается с триумфа. Такое бывает, чувачок. Мне интересно, вот если я вот все записи Дировелла соберу, какой там должен, по сути, открыться охуевший вертолет просто, который просто даже нельзя торпедой нахуй от космического корабля будет сбить. То, ну, хороший должен. Ну, потому что все равно, как бы, в конце игры только получится. Ну, только нахуй уже нужен, когда игру тоже пройдем, по сути. Согласись. Так, где она тут? Не, нахуя. Запись Дировелла. День 1524. Душко меня удивил. У него отлично получается вербовать недовольных юнцов, готовых умереть за свои идеалы. Жертв среди мирного населения остается ждать уже недолго. Душко. Ну, это самый большой регион острова. Это уже алтар. Мы будем сражаться за твою честь. Так, дальше. Еще одна, блядь. Что ж, врать охота, чуваки, блядь. Когда голодный, мне и комментировать западло эту хуйню все. Надо нахуяриться, наверное, сегодня. Это правило, блядь. И похуй вообще. Так. Да ёпта. А, наверху тут. День 1536. Появилась новая угроза. Роза Мануэлла, малоизвестная женщина-политик, вызвала большой переполох своей речью, клеймящей коррупцию в правительстве и военной верхушке. То, как она разжигает недовольство, противоречит моим планам. А видишь, Дировелла по всему острову, сука, свои записи раскидал, говно ебучее. Чё там бомбят там? На этом хребте, что ли, да?
Сейчас берем. Тогда взорвем нахуй. Думаю, этого хватит. О, так что? Найден древний склеп, блять. Окей, че? Так, че еще-то? Еще есть что? Блять, да, есть вот тут еще. И тут. Да хуя чего есть, заебись собирать нахуй. А что это такое? Стоп. А, РПГ обычно. Еще какие-то склепы, хоть какое-то разнообразие появилось, блять. А то все одно и то же, да одно и то же. Тут уже алтарь. Обещаю, твоя гибель не будет напрасной. Так, дальше. Что здесь? Сейчас все соберем, и в следующей серии начнем еще один регион захватывать. Хуя, че это сейчас было? Прыжок кобры, блядь. А. Куда летит-то, ебаный урод, знаешь? А, да, вон туда, вниз колею. А, нет, ну тут можно, в принципе, сесть нахуй. Я думаю. Если я не сяду, блядь, транспорт у меня будет сминусован. Снеговик, блядь. А вот мы и встретились снова, господин Снеговик. А мы что, не видели, что ли? Я его не видел, рано. Похоже, ценная штука. Так, дальше. Ну, вроде бы, нихуя, еще тут есть, блять. Я уж обрадовался, думал, все. Ну, короче, на 40 чем-то минут серия туда выйдет, да, хуй с ним. Да, там было, надо было сразу подобрать, чтобы не летать, блядь, ну видишь. А здесь что, задание какое-то, что ли? А, нет, это алтарь тут. Ну, и это испытание тут. Медичи благодарит тебя за жертву.
Так, ну чё, блядь, это всё или не всё, нахуй? Ну, вроде бы всё. Ну и славно. Ну чё, чуваки, да, продолжим серию, тогда... Тогда сразу сейчас метку накинем куда. Ну давай, наверное, блядь, приму будем ебашить. Прима у нас на страну Чили похоже, блядь. Давай, продолжим серию.